Добрый день, меня зовут Жмакин Дмитрий, я тренер по бразильскому джиу-джитсу Топган Джиу-Джитсу Скул. Мы сегодня на программе Hello Body и покажем вам небольшую разминку из нашей общей разминочной программы, которую мы проводим на своих тренировках. Она будет сегодня больше посвящена развитию баланса тела, правильной координации движений, потому что в обычной жизни мы не всегда задумываемся о том, насколько важен баланс нашего тела относительно положения самого тела в пространстве и вообще, как это может нам поспособствовать в жизни. Сегодня начнем небольшую разминочку с того, что растянем основные группы мышц для того, чтобы мы могли безопасно для себя выполнять основные элементы, и дальше уже подготовим свое тело к основным физическим нагрузкам, будь это тренировочный процесс или обычная утренняя зарядка. Итак, начнем с позиции сидя. Можно выполнять это и дома, и на природе, взяв просто обычный мягенький коврик. И следующее упражнение начнем с первой позиции. Садимся на коврик, складываем ножки крестиком перед собой, поджимаем ноги руками к груди и делаем до 10 накатов на спину с хорошим касанием наших плечей до поверхности коврика. Выполняется очень просто, нужно просто откинуться назад и накатить на плечи. Наша задача после каждого наката вернуться в положение сидя, для того чтобы мы опять-таки говорим о балансе, и это вот как раз часть развития баланса тела. Коснулись головой ковра, вернулись. И делаем таких 10 накатов. Следующие накаты мы делаем уже с поднятием ног. Добавляем сюда упор локтями в коврик и подъем ног вверх обычной свечечкой или березкой, как мы ее называли в детстве. И каждый раз садимся, фиксируем нашу позицию в позицию сидя. Таких тоже мы делаем до 10 накатов и подъемов. Следующий вид наката мы делаем небольшой треугольничек ногами в воздухе для того, чтобы научиться подкручивать свой таз в правильном направлении. И вот что мы делаем. Каждый раз, накатываясь на спину, подкручиваем ноги. Это выполняется несложно, поэтому каждый свой. И по таких повторений делаем 10 на каждый накат, каждое повторение. Следующий элемент. После того, как мы сделали накаты, мы переходим к растяжечке. Садимся в позицию, мы ее называем в джиу-джитсу S-mount, когда наши ноги повторяют латинскую букву S. И наша задача грудью коснуться колена, переднего колена. Поджимаемся ровной грудью, с ровной спиной, ложимся на колено, после чего наша задача сделать смену ног и повернуться в другую сторону. И сделать точно такой же наклон грудью. Делаем до 10-12 повторений. И самое важное, в момент смены ног опять элемент баланса. Мы должны научиться балансировать свое тело, как бы мы ни находились в пространстве. И следующий поворот. Делаем таких 10-12 повторений. Хорошо чувствуем, как растягивается наше бедро с внешней и внутренней стороны при каждом наклоне. Следующий элемент для нашей разминки – это элемент больше для растяжки, но тем не менее он уже добавляет немножко силовой нагрузки. Когда мы становимся на опорную ногу, вторую ногу упираем в стопой, упираем в коврик. И делаем смещение без поднятия таза вверх. То есть смещаемся максимально близко к ковру. Не пытаемся подняться вверх. Наша задача двигаться только вдоль ковра. Хорошо. Освоили эту позицию, зафиксировались в такой позиции. Теперь наша задача поставить колено на ковер, поднимая свой таз вверх. Делаем смену колен и садимся в другую сторону.
У кого не будет получаться с первого раза, помогаем немножко себе подтолкнуться рукой. Для того, чтобы развернуться и сесть. Следующее упражнение точно так же направлено и на растяжку, и на координацию движения. Начинаем балансировать. Мы уже делали сегодня позицию буковки S. Только наша задача теперь сделать шаг вперед. На эту же ногу. Показываю еще раз. Садимся в позицию S-mount, как я говорил, буковкой S. И встаем вперед на ногу и меняем позицию ног. И садимся вперед. Придерживайте себя рукой, чтобы вы не упали. Очень важно в момент постановки ноги не падать вниз, потому что есть риски травмировать колени. Мягенько опускаемся на ковер. Все. Помним, это мы делали вот в начале с позиции S-mount. Хорошо. Продолжаем. Следующий элемент нашей разминки на ковре мы добавляем так называемые мостики. Мы их делаем, как правило, как элемент защиты, но тем не менее он очень хорошо разминает большую часть мышц спины и ног. Ложимся на ковер, ноги ставим в упор и делаем подъем таза вверх, накатывая на плечи. Поднимаем свой таз вверх. Дальше для разнообразия можно добавить накат на каждое плечо. Делаем на одну сторону и точно так же в другую сторону. По центру, лево, право. 30-40 повторений на каждую сторону будет вполне достаточно для того, чтобы размяться. Следующий элемент разминки более силовой, требует немножко физических усилий. Что мы делаем? Становимся в упор лежа. Надеюсь, все понимают, что такое, что за позиция упор лежа, как она выглядит. Наша задача будет сейчас опять-таки добавить элемент и разминки, и немножечко силовой. Становимся в упор лежа и тянем колено к локтю с каждой стороны. Стоим ровно, не шатаемся. Следующий элемент добавляем, элемент растяжки с элементом силовой. Становимся в упор лежа. Делаем отжимание. И поднимаемся вверх. Отжимание. Поднялись вверх. 10-12 повторений будет вполне достаточно для того, чтобы вы хорошенечко прогрелись и размялись. Следующее, с чего можно перейти уже к заминке, это так называемые растяжки, это элемент бабочки, когда мы садимся, собираем ноги вместе и начинаем потихонечку растягивать наши мышцы. После чего можно потянуться к каждой ноге, влево, вправо, сложить ногу, пораскрывать бедро здесь, хорошенечко протянуть ягодичную мышцу путем прижатия коленки к груди, обнять ногу и прижать ее максимально плотно к груди. В одну сторону, в другую сторону. Этого будет достаточно для того, чтобы размять бедра, растянуть мышцы. Следующее. Садимся на ноги, стопы поджимаем под себя и делаем растяжку верхней части. Подхватываем свою руку, подтягиваем в одну сторону, вторую руку в сторону. Берем руку у себя за головой, за локоть, натягиваем на себя. То же самое делаем с другой стороны. Натянули. Аккуратно берем себя за голову и делаем наклончик в сторону. Другую. Вперед. Потянули. И назад. Дальше потянули немножко кисти. В каждую сторону. И на этом наша разминка будет окончена. С вами была программа Hello Body. Смотрите нас на YouTube. С вами был Жмакин Дмитрий, Top Gun Jiu-Jitsu School. Увидимся, пока!